Дело в том, что спорт является локомотивом многих отраслей человеческой жизни, в том числе и спортивной медицины. И вот все последние достижения спортивной медицины нам приходится возить с собой. Ну, если серьезно, то мы привезли с собой все, что не оставили дома. Вот, всю аппаратуру, которая нужна для того, чтобы ребятам помогать с утра до вечера. И даже после вечера, когда тренеры уже идут отдыхать, после тяжелой изнурительной работы, мы занимаемся ребятами, чтобы вот эти изнеможденные тела утром могли предстать перед тренером. Мы используем все современные методы лечения, физиотерапевтические прежде всего. Аппараты самые современные, которые позволяют в минимальные сроки сделать так, чтобы игрок был готов к следующим играм. Либо если это травма, то вы знаете прекрасно, что ни один доктор никогда не дает 100% прогнозов, в какие сроки игрок восстановится. Как правило, это размытые формулировки 3-4 недели, 6-8 месяцев. Да? Вот наша задача, мы не волшебники, мы не можем сделать что-то неестественное. Наша задача создать условия для организма, в которых он будет не 4 недели восстанавливаться, а 3. То есть, вот основная задача для того, чтобы минимизировать те сроки, когда игрок не может участвовать в тренировочном процессе, в играх. Это главная задача. Это аппаратура, которая позволяет снимать боль очень эффективно, снимать отек, что очень важно для быстрого восстановления, снимать воспаление. Это магнитотерапия, ультразвуковая терапия, лазерная терапия, электротерапия, ударно-волновая терапия. То есть это весь спектр современной физиотерапии, который используется во всем мире, в Европе, во всем мире. Вот он с успехом применяется у нас. Благодаря тому, что клуб прилагает огромные усилия для того, чтобы медицина соответствовала уровню клуба, мы имеем всю эту аппаратуру в наличии. Мы укомплектованы штатом высококлассных специалистов, которые умело используют эту аппаратуру и помогают тренерам. Спортивная медицина, она неотъемлемая часть подготовки команды, подготовки конкретного каждого игрока. Без этого сейчас невозможно, мелочей нет, в том числе и в медицинской составляющей этой подготовки. Поэтому мы делаем все так, чтобы игроку это было понятно, что мы делаем, для чего мы делаем. И он видел, самое главное, эффект от этих процедур не просто сделать для того, чтобы отметить, что мы что-то делаем, а для того, чтобы игрок реально встал после процедуры и сказал, да, на следующий день я чувствую себя лучше, я могу бегать, могу прыгать, могу играть, могу тренироваться. Это главная задача, чтобы игрок ощущал эффект. Игроки все это видят. Они видят отношение клуба к здоровью своему. Они видят отношение медицинских сотрудников к их здоровью. Они все это видят, понимают. И мы стараемся держать планку, стараться максимально соответствовать современному уровню спортивной медицины.